Сорт томата «Малиновая нерка». Это среднеранний сорт, 100-110 дней проходит от сходов до сбора урожая. Кусты у этого сорта компактные, древовидные, он относится к серии гномов. Высота куста до 50 сантиметров. Плоды вот такие вот плоско-округлые и имеют декоративную окраску. Темно-розовый цвет с зелеными полосками. Масса плодов бывает от 150 до 250 грамм. Вот так выглядит томат в разрезе. Мякоть бордово-розового цвета, сочная, большое количество мякоти. Сок вы видите сами, какой сочный томат. Вкус у этого сорта изумительный. Сорт подходит для употребления в свежем виде, также для различных заготовок из томатов. Подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в теплицах.